Всем привет! Сегодня настал тот день, ваш долгожданный день. Мне, в принципе, без разницы, но подписчики очень желали этого дня. Эту собаку, чтобы я привел, которая называется Волкодав, породы Алабай. Нашли такую собаку здесь, в городе, очень крупная. Посмотрим реакцию Акелы. Акелыч, отсадили кобелей всех. Сук тоже, его оставили одного, чтобы он один был. Все, ждем Алабая. Вот он, наш богатырь. Смотрите, какой огромный. Сейчас самое интересное, вот эта собака лает. Не будет кусаться? Не-не-не, не кусаться. Ой, ты хороший. Пойдем. Видите, я отсадил сейчас всех кобелей. Пойдем познакомимся. Как его зовут? Император. Император, красавец. Так. Смотрите размеры какие у Алабая. Очень большой, крупный, молодец. Смотрите, работает. Хорошая реакция, хорошая реакция. Молодец, молодец. У него холки, наверное, под метр он, да? Да, он вообще, ничего себе, он здоровый. Так, давайте я как-нибудь сейчас, чтобы он... Кел, на меня не надо. На меня не будет он реагировать? Нет? Не будет. Я смотрю, он посматривает. Не-не-не. Смотрите, какой богатый. Сколько у него примерно веса? Кел, а я тут что? На меня не надо? Здоровый у тебя. Но он под 70 у него вес. Сейчас он к зиме еще больше набирать будет. Ну это я смотрю, он вот первый раз так хвост то опускает, то поднимает. Это значит осторожничает. Он вот других собак привозит, он хвост дыбом вот так и все, он ему пофиг. А тут смотрю, видно, все равно размер имеет значение, он осторожничает, хоть и нападает, реакцию дает какую-то. Кела, кто там? Кто там? Че, поближе подведите немного, чтобы он это... Акела, в эту сторону, Акела, Акела, с этой стороны, там собаки. Молодец, смотрите, как император работает. Акела, кто там?
кадры, конечно, ценные будут. Молодец, Акела. Мужчина. Император, хорошо срабатываешь. Ну, собаки, вы что? Тайга. Вот сука, я на тот буду вязать. Она для ЗСЛ крупненькая. Осторожничаешь, да? Молодец. Я думаю, достаточно кадров на снимать.